Всем привет! Подготовили новый подоконник для установки. И теперь нам нужно его запенить, ну посадить на пену. Будем сажать на пену, для того, чтобы он хорошо зафиксировался. Итак, как это делать? Вот наш подготовленный подоконник, вырезанный в размер, подогнанный. Мы его достаем. Первое, что нужно сделать, это слой пленки отодвинуть по всей длине, чтобы ее потом легче было снять. Мы ее будем с края, который у нас садится в паз, отодвигать. Также приготовили 3 ведра воды для того, чтобы придавить его после того, как посадим на пену. Ну, процесс нетрудоемкий. Этого края нам хватит вполне, чтобы прихватился. Так, подготавливаем пену. Пенить будем пистолетной пеной, потому что она меньше раздается и не так сильно давит. Этого количества вполне достаточно для того, чтобы он приклеился. Закрываем пену и садим сам подоконник. Аккуратно заводим край, чтобы пленка нам не мешала. Доводим его в край. Вот так вот он у нас будет стоять. Прихватило немного пленку. Потом мы ее не сможем достать. Вот. Теперь все это дело нам нужно придавить. Придавливать будем ведрами, наполненными водой. Вот и все. Теперь нам нужно подождать, пока пена у нас полностью схватится. И можно приступать
к декору боковых вот этих заглушек. Ставить будем заглушку сюда. И еще одну заглушку будем ставить вот сюда. Саму заглушку будем декорировать при помощи вот такого вот клея. У меня тут колпачок немножечко испортился, поэтому пришлось этот клей вскрыть. Ну и следует обратить внимание на вот эти места, самую крайнюю часть заглушки нужно обязательно смазать клеем, потому что, цепляя ее ногой, хозяйки смогут потом оторвать полностью заглушку. Мы ее плотно наденем, ну и зафиксируем скотчем. Вот и все. Нет тут никаких хитростей установки особых. Всем, кому было интересно данное видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!